Далее, что у нас хорошего произошло в этом году? Ну, конечно, передача «Солнышко» все лето. На лошадях каталась. Thank you.
только поясничать. Наша ведущая юная Мария Воложаина купалась в летние каникулы и постоянно со своими зверятами и девчатами радует нас своими передачами. А ты говно, уши ты дорогой, а ты говно, выпсовый, хашач. Hello, my name is Masha. Не думайте, что я все время буду говорить это видео по-английски. С вами передача «Солнышко». Мы продолжаем передачу про тему права детей. Каждый ребенок имеет право в своей жизни хоть один раз куда-то съездить. Сегодня я вас научу здороваться на 5 языках. Первый язык, я уже вам сказала, это английский. А здороваются по-английски hello. Сейчас мы покажем следующие мои костюмы и следующие языки. Следующий язык это у нас русский. Здравствуйте по-русски. Платье Снегурочки. Ао, это я здороваюсь по-китайски. Следующий язык японский. Коничива. Я себе веер сделала. Это означает привет или здравствуйте. Я себе верить. С цветочком. Салам алейкум. Салам алейкум означает мир вам.
сестра. Она сейчас представится. Меня зовут Милана Биджиева. Мы будем задавать друг другу задачки с подвохом. Знаешь ли ты, сколько лет на самом деле в одном году? Одно. Как и зима. Да. В каком городе спрятались мужское имя и сторона света? Боишься? Да. Владивосток. Восток – это сторона света, а Влад – это имя. Маленький, серенький, на слона похож. Слоненок. Это я знаю. Пять дней, не называя чисел и наименований. Сейчас. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Правильно. Сегодня мы вам покажем утреннюю зарядку. С вами Стеля Святослав, Материн Марьяна, Маша и Маша Влажанин. Влево, вправо. Наклоны вперед. Наклоны вправо. Наклоны влево. Прыжки. Поворачиваем голову влево, влево, вправо. Поворачиваем глазами. Сейчас делаем вот влево, вправо. Влево, вправо. Вперед, назад. Делаем наклон спокойно. Делаем 5 кругов вокруг зала. Обгонять можно. Все, встаем. Все на свои места. Это ваша прабабушка. Надо в Москву ее на студию забрать к нам. Жену с шан? А, где-то там. Передача «Солнышко» ведет Мария Влажанина. К нам прилетели птички, и мы сегодня будем делать для них кормушки из пакета молока. Сначала нужно вырезать канцелярскими ножницами дверку. Вот. Потом втыкнуть туда палку.
Вот так. Теперь взять, можно ниточку, можно проволоку. И втыкнуть, вырезать там дырочки и втыкнуть, чтобы держалось. Вот завязываем. Мальчики, с вами Мария Владальна и передача «Солнышко». Скоро уже Новый год, и у нас с нами Котя наряженный, я наряженная, мой ЛБХ, который я собрала, правда, Котя его заслонил. Вот. Моя Минерва Плюс. Мой фёрбик еще тут сидит поломанный. Я еще Барни тут поставила, еще тут коробочка с мастерской Барни есть. Наша обезьяна. Обезьяна с года обезьяны, но мы ее нарядим в петуха с года петуха. Надо будет еще говорящего петуха покупать. Телепередача «Солнышко». Я Зарина Шепзухова, ты Мария Влажанина. А это сегодня Лёва. Сегодня мы пришли в парк отдыхать. Лёва. Парк Химки. Солнышко, и мы сегодня находимся на ферме Жаворонки. Я уже покаталась. Кормим коз. Тут у нас очередь с клевером. Не будешь? Давай я тебе еще раз. Другой дам.
Не любишь откусывать другие на хлебе. Сейчас он другого позовет, у нас целая очередь за клевером будет. Тут абсолютно много котят. Она до сюда не достает, вот поэтому ей приходится так кормить. Хорошая девочка. Я хороша на тебе, а так.